Был у нас бошек ПТС-10, который прослужил нам 2 года ровно. И при наших объемах он быстро крякнул. Ну вот, жалко было оставлять такую станину, стол. Все линейки, все до того хорошо сделано. И мы умудрились вот сделать себе такой станочек на базе этого ПТС-стола. Значит, купили харьковский двигатель 2,2 кВт, 3000 оборотов. Он нам обошелся 2700. Заказали токарю вал полностью в сборе. Он нам 1000 обошелся. И собрали вот такой чудо-станочек. Уже второй сезон пользуемся, пока только не нарадуемся. Ну и на базе этого станка по методу Геннадия Степаненко мы сейчас выбираем четверти на верхние планки рамок. Конечно, мы немножко видоизменили эту приспособу, потому что, ну как бы, к своему станку. Ну а так, в принципе, сейчас мы покажем, как это делается. Это будет не на время, что как мы быстро это делаем, но все равно очень производительный станок. Евгений нам сейчас это покажет, как он это делает. Так, набирается 14 рамок, как и у Геннадия, вернее 14 планок. 14 планок. Зажимаются. Конечно, сейчас будет шумно, но ничего. Форсуется. Вот, проверяется, как она, и разбирается. Конечно, не так быстро, как у Геннадия, но нас это вполне устраивает. Где-то Евгений в пределах 800 планок за смену
Вот это буквально за полдня. А вот это как доработает вот эти вот планки, будет 6500. А это просто без приспособы, это очень долго и нудно. Ну что, спасибо за внимание.